Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется «Мертвый рай». Оу. Неплохая музычка тут звучит, это у нас типа гонок каких-то, да? Да, гонок со стрельбой. Так, ну пока я ничего сделать не могу, видимо идет заставочка. Какие-то хмыри меня тут атакуют. Рейнджеры, видимо. Ёлки-палки. Чё, какого лешего не... Тебе конец. Ах ты мародер хренов. Ё, с выстрела просто мою тачку ухокошил. Ага, ребятушки. А тут была у нас, оказывается, семья. И мы ее потеряли. Остался только живой водитель. Рад видеть тебя живым, мститель. Твоя семья пропала. Я позаботился о твоем пикапе. Да, спасибо тебе большое. Испытай усовершенствованную машину. Ну что ж, давай, я только за. Я надеюсь, ты ее хорошо подготовил. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что мы здесь можем делать. Ускорение, баланс, вперед. Ага, это у нас назад. Ладно. Так, мне сейчас надо маленечко тут подраставить кнопочки. Так, сейчас мы это сейчас по-быренькому сделаем все. Главное, чтобы мне самому потом не забыть, какие кнопки я расставил. Вначале сделаем на тормоз. Но здесь тормоза нет, это у нас кнопка назад. Потом кнопочка вперед. Сменить направление огня. Ага, это значит, он будет разворачиваться у нас. На ракетницу. Давайте-ка протестим кнопку. Так, вот этого рейнджера. Так, что-то не работает пока. А, не то поставил. Сейчас, ребят, секунду. Во, вот, это уже другое дело. Так, это работает. Это мы назад с вами едем. Это вперед. Так, ракетница у нас работает. И мы можем менять направление. Ну, вроде бы как все. Кнопки расставлены, теперь можно приступать уже к полноценной игре. Так, ладушки. А где все рейнджеры-то? Эй, олухи. А ну вернитесь. Кому сказал? Так, ракет у меня больше нет. Ну, а суть у меня ехать, конечно же, вперед. Так, ну давай, 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 давай. Это у нас что, топливо? Так, все, направление движения, точнее, направление своему стрелку мы можем менять. Сделано это для того, чтобы я мог стрелять как по задним, так и по передним целям. Так, ну что, давайте, наверное, тут осталось чутка. А, нет, смотрите, стоит вон там он в укрытии. Так, мы сейчас подбираем ракеты. Как мы его, а? Ха-ха, лихо. Так, горючка. Оу-оу-оу, сколько вас здесь? А ну-ка, получите. Ух, ракеты-то здесь нормально дают. А это у нас пополнение здоровья. Езда назад, баланс назад. Да я уже понял. Так, отлично, этого разбомбили. Ну, как вы понимаете, это сейчас у нас тренировочный уровень, поэтому здесь все довольно легко и просто. В дальнейшем, я думаю, такой легкотни не будет. И миссия выполнена. Так, время, враги, комбо-убийство и монеты. И нам дают какой-то сундук. Что в нем? 100 золотых монет мы получаем с вами. А заработанные монеты 150. Отлично. Жить будешь с нами в лагере. В гараже совершенствую машину. В салуне свежие новости и работа. На карте обозначены все твои задачи. Удачи. Угу, давайте-ка зайдем сюда. Что это он такое нам предлагает? Хорошая работа, тебе нужна новая машина. Забираем. А это еще кто такой? Привет, я тут типа за главного. Механик рассказывал о тебе, но тебе еще учиться да учиться. Сегодня работаем вместе. Кстати, сочувствую по поводу жены и дочери. Спасибо. И у нас очередная вылазка, уровень второй, который называется рейд с вожаком. Танк стреляет разрывными снарядами. Мы еще и танк будем здесь иметь.
Так, миссия 2, рейд с вожаком. Сложность нормально. Так, бесплатно, да, нам это дают? Отлично. Тогда, наверное, мы приступаем. Поехали, ребята. Крушить этих рейдеров, которые уничтожили... О-о-о-о-о, тихо-тихо. Малеха, успокойся. Так, отлично, а это еще что за хрень прилетела здесь? Нежданно-негаданно. Так, мотоциклиста грохнули. Так, пока все отлично. Блин, давайте-ка вернемся, подберем вот так. Жизни нам всегда нужны, поэтому нечего им тут разбрасываться попусту. Так, ХП и горючка. Кстати, горючая у нас потихоньку тратится. Да получи ты уже. Да, ребята, мне кажется, надо как-то укреплять мне пулемет мой, потому что вообще никакого дамага не наносит. Ну, а ракетницы-то, конечно, бомбят, будь здоров. А ну-ка. Так, у меня последняя ракета. Все, ребята, больше нет. Ну, мы его сейчас добьем, отлично. Так, еще получили горючего. Да успокойся ты. Ё-моё, их тут целая куча. Я даже не знаю, кого надо бомбить. Вот этого вот гонщика или который на джипаке там едет. А, мы уже и доехали. Так, ну что, довольно легкая была вылазка, я считаю. Так, новый рекорд. И опять у нас ящик. Что получаем? Опять 100 золотых. Так, ну что, я не знаю даже, давайте сюда нажмем. Так, и у нас гараж, салон. С таким автомобилем долго не протянешь. Да я уже понял. Броня, я могу усилить ее, да? О, смотрите-ка, ребята, мы нашли с вами... Ого, вот это да! Хе-хе. Блин, прикольные здесь тачки, ребята, а? Черт подери, а я езжу на каком-то хрен знает чем. Будет готово через 30 секунд. Заплатите 300. Ага, у меня на окне появится такая решетка на лобовухе. Ладно. Так, ракеты, броня, двигатели и топливо. Тут, значит, искать еще нужно запчасти, чтобы я мог это все доделывать. Сопровождение в рейд. Нет, этого мы пока делать не будем. Ух ты, вас тут уже двое. Привет, мне нужны новые детали, но самому не справиться. Хорошо. Так, очередная вылазка, ребята. Детали для механика называется. Всегда есть шанс получить бустер за убийство врага. Так, а здесь уже бесплатненько ничего не дают нам. Стартуем. Так, выжить во время погони. Вот наша основная задача. Получи, гад. Ага, минус один. Так, теперь этого надо шлепнуть. Ну-ну-ну, отлично. Так, давайте переключаться на этого. Бочки тут еще... Оу! Блин, в них нежелательно, ребята, врезаться. Очень мало хп у меня, а. Что ж делать-то будем? М-м-м. Сейчас я чувствую, не доживу. Шлепнут мне машинку мою. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оу, хп, как вовремя. Так, продолжаем. Да что такое, с двух сторон зажали, а? Блин, прикольно, да, так сделано, нарисовано. Город. Причем здесь мертвый рай, я не понимаю. Но здесь времена идут постапокалиптические, когда была, видимо, ядерная война. И остались мародеры, которые, как всегда, ищут легкую наживу. Так, мина. Ха-ха. Прикольно, я мину взорвал, а они на ней были. Так, ладно. Так, мотоциклист, ты меня достал уже, честно говорю. Черт подери. Да давай ты едь. Застрял там. Так, ребята, вот у нас здесь шкала есть. Сколько нам еще осталось проехать? В принципе, совсем немножко. Вообще, капельку, главное дожить. Так, срочно жизни берем. Ну что, где-то здесь, вот, вот он финиш. Так, надеюсь, мы достали детали, которые нас просил механик. Ну, и я в надежде на то, что он нам что-нибудь подкинет с этого. Так, понятно, здесь только 100 золотых дают. Можно даже и не удивляться. Так, что тут такое у нас? Миссии. Ага, забираем 5 золотых слитков.
Так, а ты что здесь грустишь-то у меня? Нет, все, больше ничего у тебя нету? Жаль. Ну, механик, услуга за услугу, друг. И он мне дает вторую часть чертежа, вот, для жнеца. Это хорошо, двигатель могу усилить, ребята. Давайте-ка броню поставим. Ага, теперь двигатель тоже будет 30 секунд делаться. Так, это спереди у меня, да, турбина будет стоять и, соответственно, повышается скорость. Так, ну что, подождем, наверное, что тут, 20 секундочек, это не так уж и долго. Зато турбина у нас будет спереди, и мы будем шпарить. Так, осталось 9 секунд, это уже совсем ничего. Можно, конечно, за один слиточек это все ускорить, но зачем? Пока я в этом не вижу смысла. Установить. Вот. Ну что, скорость у нас хороша. Вот урон у нас, конечно, маленький. Как-то его надо усилить. Так, что ты нам тут? Сделать улучшение. 200 монет мы получили на халяву. После нападения крыс мы так все и не восстановили. Механик нам поможет, но работаем быстро. С такими повреждениями риск слишком высок. Принимаем, конечно же. И у нас четвертая миссия. Быстрая доставка называется. Ну что же, стартуем. Держитесь подальше от бочек. Так, старт. Больше мы здесь ничего не можем купить. Ёлки-палки, сразу мины, да? А нет, все хорошо. Так, давайте-ка этого хмырёныша. О, бочки, бочки, ай-яй-яй-яй-яй. Подорвался я на них, печалька. А как интересно, я должен был там справиться. Они прям после прыжка стояли. Хе-хе, минус. Замечательно. Так, ну куда ты, а? Хмырёныш там мелкий вылез. В расход его. Так, горючка, горючка. Давайте-ка поднимем. Замечательно. Впереди нас хпшечка ожидает. Все пока по фэншую. Таких сильных врагов я не вижу. Действуем мы быстро. Так, 43 секунды у нас до конца заезда. Мины. Оп, проехали. Ха-ха, чувак взорвался, блин. Так, давайте-ка заберем, наверное, бензинчик. У нас его очень мало. Что-то быстро он как-то тут расходуется. Надо усилить себе. О, полностью восстановили. Замечательно. Ага, вот, значит, как. Можно расстреливать бочки, чтобы тем самым расчистить себе путь. Будем это знать. Ну, давай, выезжай. Так, погодите, ага, двое здесь. Ё-моё, врезался в бочку, блин. Ё, я уж испугался, думал, танк там стоит. А это, оказывается, подбитый какой-то там, заброшенный. Эй-эй-эй! Чувачок врезался. Блин, ребята, я не успел. Чё-то тут замечтался, время вышло. Придется, наверное, переигрывать нам эту миссию, да? Так, что ты нам скажешь? Ну, это понятно. После нападения, да-да-да-да-да, принимаем. Так, нужно, ребята, повторить, так дело не пойдет. Сейчас будем поменьше с вами тормозить и будем лететь, как ветер по пустыне. Так, а смотрите-ка, можно тут купить, но денег мне жалко. У меня всего-то 300 золотых. Так, ага, видели, да? Он встал на мину и подорвался. Бочки! Надо было на ускорении как-то пролетать. Так, две ракеты, хорошо. На, получи. Замечательно. Так, нужно как можно быстрее преодолеть вот это вот расстояние. Горючка, замечательно. Ух ты, еще бензинчик. Плюс ХП, вообще великолепно. Пол пути проехал, практически ничего не потеряв, кроме ракет. Но с ракетами здесь, сами видите, довольно большая напряженка. Так, мины. Проезжаем их по-быренькому, не тормозим. Ха-ха! Хмырёныш взорвался на них. Так, а вот и ракеты. Блин, одна только. Эй! Блин, надо было расстрелять. Затупил, конечно, немного. Ну ладно, это простительно. Ну что, в принципе, уже вот и финиш скоро должен быть. Так, вот они, эти два гадёныша, блин. Ага, этот старый танк. Я помню, мы проезжали... Блин, мотоциклист, ты уже бесишь меня. Хе-хе.
взорвался на бочках. Хорошо, все, ребята, прошли. Ух, миссия выполнена. Что нам дадут за это, интересно, а? Заработанные монеты, и здесь мы получаем соточку. Должно быть 155 золотых монет, да? Я не ошибаюсь? Нет, все точно. Так, давайте-ка отчитаемся за это задание. Посмотрите видео? Да нет, не хочу я ничего смотреть. Так, этот бомжара тут у нас стоит просто так, без дела. Здесь нам делать пока нечего, да, я так понимаю? За 300. Да. Стоит недешево, если честно. И топливо 250. Тут еще можно за золото покупать детали. Но такие ценники, конечно, ого-го. Нам тут оттрудиться и трудиться, по идее. Ладно, давайте зайдем в салон. Как и договаривались, остатки отдаем тебе. Оу, а это еще кто такой? Ты уже давно стал знаменитостью. Интересно, как справишься с моими заданиями? Убей несколько крыс. Используй мститель. В плане используй мстители. Ты мне даешь новую тачку или оружие? Я не могу понять. Так. Что-то не врублюсь. Ладно, давайте мы с вами детали. И вот, подозрительный тип. Дает он нам одну ракету. Ну что ж, давайте стартанем, посмотрим. Спаси свою семью. А как я ее буду спасать, если она погибла? Так, сложность у нас нормальная. Старт, поехали. Уничтожить, ага, 9 врагов, понятно. И наша эпическая гонка продолжается. Так, перепрыгиваем. Да что ж такое, почему он все время на этом трамплине подтормаживает, не понимаю я. А ну-ка, дайте-ка. Вот так, отлично, у нас тут и горючка, и хп. Ребят, кстати, минута у нас всего осталась, а путь еще довольно долгий, надо поспешить. Ракет нет, вот, обидно. Так, ладно, я думаю, с этими ребятами мы разберемся. Горючка — это хорошо, хпшки тоже замечательно. Ты смотри, какой крепкий. Нет, все-таки дамаг у нас очень слабенький, надо как-то его усилять. О, ракета, отлично, хорошо. Она нам пригодится очень сильно, причем. Минус один, отлично. Так, давай вот этот вот сосунка. Воу-воу-воу, успели, успели мы проехать. Да что еще за хрень тут мешается мне? Так, две ракеты. Бинго. Ха-ха, черт подери. Блин, 27 секунд. Ехать еще прилично, надо поднажать, иначе можем не успеть. Так, давай-давай-давай, этого добьем. Я думаю, он сам врезался в бочки, так ему и надо. Нечего тут бороздить, как говорится, просторы, а не только лишь для моей машины. Ну, 7 секунд, ё-моё, быстрее, 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 давай, поднажми, родной. Есть. Фу, ё-моё, 2 секунды оставалось, но мы все-таки успели прорваться с вами. Сейчас мы получим сундучок, в котором будет 100 золотых монет, итого у нас будет 180. Деньги здесь играют довольно большую роль, потому что за них мы с вами апгрейдимся. Так. Ежедневочку забираем. Салон. Ну что ты мне скажешь, родной? Неплохо, жди новых заданий. Зашибись. Прошлый раз было действительно жарко. Теперь я могу спокойно брать тебя на патрулирование окраин. Ну, спасибо за доверие, братиша. Ох, ядрёна ты уж, карта-то. Ну, в принципе, не такая уж большая, но покататься придется все-таки. Так, что у нас тут с машиной? Ага, мы можем с вами усилить ракеты. Или усилить, или сделать так, что их будет больше. Ну что, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. Если вам это понравилась игра, то пиши мне в комментариях, и мы продолжим в нее играть. А на этом все. Всем пока и удачи. До скорых встреч, ребята.